Образовательный форум «Таврида» собрал в Крыму творческую молодежь самых разных профессий. На завершающую восьмую смену Общероссийский народный фронт пригласил журналистов региональных газет, новостных сайтов и телеканалов. Большинство участников трудятся в независимых средствах массовой информации. Те люди, которые заявили желание, нашли время и приехали, они уже активом являются, вне зависимости от точки зрения, вне зависимости от взглядов. Потому что одно дело сидеть в чатах, обсуждать и критиковать, другое дело приехать, поделиться опытом, чему-то научиться, высказать свою точку зрения. Это очень ценные кадры, и нам с ними обязательно нужно работать. Гвоздь программы – обучающие курсы и деловая игра от Международного информационного агентства «Россия сегодня». 10 команд из журналистов со всей страны с помощью подручных средств, не выходя за территорию лагеря, делали материалы о ветхом жилье и плохих дорогах. Визуальный ряд есть какой-то? Фотографии будут, да? Ага. Да-да-да, все с фото будет. Это... Я буду делать текст, история какая-то, фото. В Общероссийском народном фронте надеются, что каждый журналист получил новые знания по социальным и политическим темам и уже в своем регионе поможет активистам ОНФ на деле проверять, как чиновники исполняют указы президента России. Не хватает общественно-политического информирования. Но именно не пропаганды, а информирования. Потому что когда приходят к выборы, а мы не понимаем, кого мы выбираем, что у нас за политическая система, когда мы не понимаем полномочия своих местных губернаторов, мэров, когда мы не понимаем, мы их выбираем или назначаем, в этом мы очень серьезно проседаем. Отвлечься от напряженной работы можно было спортом. В распоряжении участников были снаряды для легкой атлетики, волейбольная площадка и фирменный танец «Таврида». Целую неделю 400 журналистов со всей страны создавали новостные истории под руководством специалистов ведущих средств массовой информации. Обсуждали проблемы с экспертами Народного фронта. Вместе с полученным опытом каждый увозит домой записную книжку с телефонами новых друзей. Людмила Замятина, Севинформбюро, Бакальская коса.